Я нахожусь здесь, в сердце Стокгольма, откуда открывается вид на Гранд-отель. Именно здесь, 45 лет назад, началась история Орифлейм. По другую сторону от меня — Королевский дворец, где я, Тамила и Магнус встречались с королевой Сильвией несколько лет назад. Сразу за дворцом начинается Старый город, место, где началась история Стокгольма 750 лет назад. В старом городе много интересных улочек. Есть художественные выставки, магазины и хорошие рестораны. Мой любимый ресторан называется «Гастропаб». Здесь всегда отличная кухня и холодное пиво.